Держите паспорт. Распишитесь. И теперь вот ваш бюллетень. Несмотря на раннее утро и рабочий день, на избирательном участке, расположенном в Центральной Видновской библиотеке, процесс выборов на пост губернатора Подмосковья идет полным ходом. Именно сюда пришел глава Ленинского городского округа, секретарь отделения «Единой России» Алексей Спасский, совместно с местными партийцами, чтобы проинспектировать работу комиссий. Как избиратель настроен? Ну, приходит, настроение да, как с утра было много. Стоит отметить, что на этих губернаторских выборах впервые можно проголосовать дистанционно. На портале электронного голосования зарегистрировалось свыше 8 тысяч жителей Ленинского округа. Но многие предпочитают выбирать по старинке. И сотрудники избирательного участка к этому готовы. Уже вот 40 человек пришло и проголосовало. Вот. У нас есть еще два выездных голосования. Одно удаленное голосование в деревне Дедылдино. Там оборудован автобус под избирательный участок. И второе голосование – это у нас воинская часть в Опаренках. Избирательные участки оборудованы всем необходимым. Кабинками, урнами для бюллетеней. Например, здесь установлено электронное устройство для подсчета голосов. Рабочими местами для членов комиссии, наблюдателей и представителей СМИ. В целом задача, чтобы все прошло без эксцессов, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать, да, ну и не то, что минимизировать, а, ну, наверное, свести к нулю, да, количество возможных нарушений на избирательных участках. Выборы губернатора Московской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают до 8 часов вечера. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.